лучше петь хором, потому что сегодня, безусловно, обыгрывают хоровые проекты, разные телевизионные шоу, «Голос», там, «Звезда» и так далее. Это понятно, и в этом есть определенный тренд. Но весь этот тренд, он вышел из хорового пения. Я знаю еще многих музыкантов, которые начинали в любительском хоре, а стали звездами мировой оперной сцены. Таких примеров масса. Мне бы хотелось, чтобы дальше это продолжалось. Именно поэтому мы со всем возможным энтузиазмом с нашей командой симфонического оркестра Ленинградской области взялись за вот эту идею хорового фестиваля. И я специально не говорю слово «возрождение». Они существуют. В Ленинградской области огромные традиции, замечательные коллективы. К сожалению, из-за географии области они часто очень разрознены. И мне бы хотелось, чтобы в ближайшей истории они стали как можно чаще, больше объединяться на таких вот форумах. Сегодня с Романсом Ваноксом, пройдясь по крепости, по территории вокруг нее, спустившись к реке, посмотрев на мост дружбы, мечтаем оба сделать яркий, большой фестивальный хор, который хотя бы одно произведение сможет спеть на мосту дружбы, потому что это очень символично. Хоры и вообще хоровое движение стирают границы. Очень важно сегодня здесь, находясь на самом, так сказать, таком важном форпосте с Евросоюзом, стереть границы каких-то политических недопониманий и отдать в руки именно певцов, именно творческих людей вот этот мост дружбы. Администрация Вангорода
оказывает огромную поддержку, помощь. Мне очень приятно, что Александр Владимирович Соснин просто сам лично с первого дня, когда я ему эту идею рассказал, включился в работу и помогает по мере. Мы знаем все, мы хорошо знаем определенные болевые точки, которые есть в «Авангороде», связанные с логистикой, с подготовкой. У нас есть это 2 года, чтобы это исправить. Мы это прекрасно понимаем. Это здорово, что есть это понимание. А зрители, мне кажется, каждый, кто сюда приходит на эту площадку, он оказывается в каком-то отдельном мире. Да? То есть есть за стенами город «Авангород», но его, там, скажем, такая точка золотого сечения оказывается здесь. Это чувствуется по той атмосфере, которая царит у зрителей. И самое главное, у тех зрителей, которые приезжают специально из Петербурга, из Москвы, вот из Омска у меня вчера приезжали гости посетить фестиваль. Они говорят, это потрясающе, мы никогда не предполагали, что вот можно оказаться в такой атмосфере, казалось бы, там, за 200 километров от столицы культурной Петербурга и почувствовать в какой-то совершенно иной столице. Вот непонятно какой, но это действительно место стало отчасти столицей на эти 2 дня. Хор оркестров Ленинградской области. Дорогие друзья, давайте приветствовать героев, участников нашего фестиваля бурными аплодисментами. Я иллюзий жизни, что сама по себе и много. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Уважаемые участники этого замечательного хорового фестиваля, дорогие зрители, которые сегодня находятся здесь, я думаю, что в ожидании замечательной оперы «Иоланты». И, конечно же, становится очень жаль, что этот фестиваль скоро закончится, и мы будем с нетерпением ждать уже 22-го года продолжения этой замечательной истории, музыкальной истории. Я уверен, что все, кто посетил это событие на гостеприимной Ивангородской земле, получил истинное удовольствие. Я желаю всем участникам этого фестиваля и самому фестивалю долгих лет жизни и дольше радовать нас своими замечательными выступлениями. Спасибо. Я очень рад, что именно здесь, в этом месте соединения культуры, истории и силы, нам удалось собраться ради того, чтобы вместе творить и радовать вас, дорогие зрители. Я присоединяюсь к словам моего коллеги, приветствую его на нашей земле, такого замечательного гостя, что фестиваль только 2-й, будет 3-й, действительно 4-й, 5-й, и мы ждем уже в 2023 году большого международного фестиваля, конкурса, соглашения о проведении которого мы сегодня как раз с Романсом подписали, и я надеюсь, что здесь скоро будет продолжение этого замечательного праздника. А сегодня я надеюсь, что этот праздник останется у вас в душе, даже когда мы сыграем последнюю ноту. Спасибо всем огромное и до новых встреч. Мы вас всегда ждем. Спасибо. Вы в гостях. Откуда, если не секрет? Из Москвы. И оркестр, и опера. Ну, все на высоте. И вполне жизнеспособен. Потому что люди приезжают, интересное историческое место, река Нарва. Думаю, что в следующем году будет больше намного людей, потому что с каждым годом фестиваль набирает обороты. И в прошлом году мы не приехали, но потом об этом пожалели. В этом году нам очень понравилось. А сюда приехали, это голоса. Ну, это не передать. Как это говорят, душа развернулась, сворачиваться не хочет. Вот так, с таким настроением идем домой. Меня взяли. Я с мамой решил сходить, посмотреть этот концерт. А ты откуда? Ну, я из Кингисеппа. Мне понравилось. Ну, как там пели, именно больше.
всего. Нам очень понравилось, что приехали коллективы. Нам очень понравился спектакль, опера. Молодые все певцы. Замечательные голоса, да. Изумительные. И очень дикция, все произношение профессиональное. Очень приятно слушать, что молодые люди, оркестр Ленинградской области.